Почти 78% зерновых и зернобобовых скосили аграрии северного региона. На вторник, 12 сентября, обмолотили зерно на 2 миллионах 100 тысяч гектаров. Это около 71%. Намолот превысил 3 миллиона 300 тысяч тонн. Средняя урожайность 15,7 центнеров с гектара. По обмолоту зерна лидируют Жамбылский, Акжарский и Олехановский районы. Масличные культуры скошены на площади около 500 тысяч гектаров. Обмолотили почти 367 тысяч. Вышли вперед Акжарский, Акаинский и Айртауский районы. Убраны 80% овощей. Валовой сбор составил 83,3 тысячи тонн при урожайности 198 центнеров с гектаром. В списке фаворитов тайншинцы, жумабаевцы и олехановцы. А вот Айртауский и район имени Габита Мусрепова уборку овощей уже завершили.